Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть космические рейнджеры. Давайте продолжим. Мы там к башне идем. Так. Это мы где? Загрузить игру. Загружаем. Так. Блин. Сколько выиграл? Да подождите вы. А потом этот красный гранит. Так, я тут побегал немножко, и теперь надо определиться, куда мне надо. Хочешь. Что случилось? Так. А, вот. Серьезно? Такой крюк сделал. Ну, пойдем. Посмотрим. Так, это что такое? Здравствуйте. Твою мать-то! Вы, мой дорогой, даже не заметил. Наконец-то прибыли в Империю Чудес. Частный музей Тоннелира Тивана. Самая эксклюзивная коллекция чудес галактики. Все прячут свои сокровища, но не мистер Тиван. Он очень щедрый и делится находками с простым людом. Не хотите ли вы осмотреть музей? Ну давай. Большой ассортимент сувениров. Давай, купим. Я очень надеюсь, что оно того стоит. Ни хрена себе. Стоит. Это лучше, чем вы можете себе представить. Наслаждайтесь. И очень прошу не стучать по витринам. Посмотрим, что за 5000 взял. Это что такое? Что это за место? Вы зашли в магазин сувениров Империи Чудес. Хотите приобрести сувенир? У нас есть уникальные товары. Ну, например. А что именно у вас продается? Копии самых редких вещей. Фигурки и артефакты утраченных цивилизаций. Произведения искусства. Фигурки? Типа кукол? У меня в команде есть кое-кто, ей может быть интересно. Невежда мог бы назвать их куклами. Но это все не имеет отношения к... Да как? Давай показывай, что у тебя есть. Скажите мне об этой женщине. А что? Она увлекается мечами. Это не важно. А какая она? Такая. Крутая. Хотя, мне кажется, симпатичная. У нее все же есть слабые места. А, у меня есть для нее идеальный подарок. Ну, что скажете? Не желаете приобрести? Ну, давай посмотрим. Только вот это вот. Ни хрена себе, 50 тысяч, это вообще что такое? Как раз в меру зловеще, ей понравится. Великолепный выбор. Полагаю, шелковая подарочная упаковка вас не интересует. Да, и так сойдет. Хорошо. Желаю вам удачи. Прощайте. Так, подожди, а тут еще какая-то штука была, я даже не знаю, что это. Ну да и ладно. Найден коллекционный предмет стражи, вы нашли куклу, и так, вы можете судить так. Ага, это с той стороны только. Хорошо. Подожди. Я так. Надеюсь, что вам понравилось. Приходите еще, мы вас не разочаруем. Ну это я понял. Так, ладно.
Наслаждайтесь нашей экспозицией. Это вообще как? Могу себе что-то взять? Так, R читать, прокручивать. Ага. Понятно. Так, ну, я сомневаюсь, что мне это все интересно. Вот если бы можно было бы взять книга. Не въезжаю. Так, как звучит? Дико ли остро? Все же так. Глаз. А, подождите, у кого кто-то говорил, у меня глаз был. Не может быть. Этот крупный шар является глазом наблюдателя одной из старших и самых могущественных рас Вселенной. Ну, вот так вот. Можно, конечно, посмотреть, да, действительно, пройтись. Классно. Ну, это все мусор, все хлам. Короче, я 5000 потратил, мог бы и не тратить, конечно. А здесь просто приобрести куколку. Ну ладно, надеюсь, понравится ты. Кто? Гермиона? Кто там? Гермиона. Ну-ка, отойди от меня. Так. Серьезно? Мне куда? Хорошее должно быть место. Где это? Штука такая, вон туда розовая, туда мне, наверное. Вот сюда. Этот ушел уже, енот куда-то. Пока. Енот. Раскрыть тебе тайну. Я просто иллюзия. Призрак. Вот они вот здесь сидели. О чем разговаривали? С кем разговаривали? Неизвестно, ладно. Вышли и пошли они вот сюда. Так, тут я уже собрал эти вершки да корешки. Чем это пахнет? Вот здесь вот вкусно, невкусно тоже. Ну-ка. Внизу, в небо. Опаньки. Собрал. А вот сюда смогу я в зеленую дверь попасть? Нет. Ладно. Что ты кряхтишь-то, как старая бабка? Так, мне вот сюда. Надеюсь, космо у себя. Мост закрыть туда. Что-то не похоже. Форма. Служба безопасности. Мы есть власть. Вот так. Переулок, ходи туда. Но мне очень нужно космо. Космо не в башне. Он там, звездный лорд. Там. Ну, знает меня даже как зовут, ладно. Вы знаете мое имя? Ходи или сидеть в тюрьму. Выбирай. Я тебя не понимать. Так, тут есть что-нибудь для меня? Нету. Так. Так, что это? Это у нас цистерна очищения воды. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Какой-то хлам. Мусор. Ох, чувствую западню. Далеко приходится идти, ладно. Чё это? Так, бак для отходов. Червоточин. Грызуны какие-то, я не знаю. Что это? Ладно. Зайди в переулок. Иду в переулок.
не пропустить бы эти для моего развития. О, 1000 набрал. Можно уже что-то еще прокачать. Так, у меня 9 из 15 было прокачано. Так что. Это меня куда привело? Куда ты, тропинка, меня Косма привела? Ты тут? Косма! Норм, совсем не стрёмно. Да, звезда смерти, Косма, что ли? Явно где-то здесь, в этом лабиринте из разлагающихся мозгов. Так. Ага, он и не прыгает, и не ходит, он просто ходит. Так. Из разлагающихся мозгов. И ты, блин. Струпья, ну только хотел сказать какие-то. Это что-то. Ладно, отыщу Космо и все. С командой потом разберусь. Если найду их. Найду. Они же не могут меня бросить. Так. Питер, там что-то есть. Но что, я не скажу. Потому что в женщине должна быть загадка. Блин. Ни хрена себе. Ладно, давай сюда зайдем. Ой-ой-ой. Кто здесь? Так, кто-то бродит. Ненавижу лабиринты. Особенно внутри вонючего мозга. Это так, мозг? Приятель, спокойно. Спокойно. Я есть Грут. Хватит так с ним любезничать. Рык, ворчание, шипение. Так, ладно. Вот я могу здесь что-нибудь хорошее найти? Идем на свет. Нет. Не получается на свет идти. Значит, вход-то все-таки, по идее, это всегда один. Линейка. Косма, это ты? Да нет. Мы уже поняли, что это не Косма. Давай еще реплика. Енота давай. Это полюбившийся нами нам персонаж тоже. Тут еще козел. Ай-яй-яй-яй-яй. Мять! Я так инфаркт. Это кто? Это контейнер поднимает. Так. Пары. На ловушку похож. Какую-то. Косма! Косма! Ау! Ва! Вот не зря зашел. Подобрал. Так. Так, он у меня по-прежнему не прыгает. А вы не стойте и не прыгайте, там где подвешен груз. Стойте и не бегайте, и не пойте, и не пшите, там где идет строительство или подвешен груз. Так, вмять. Нам надо как-то... Мы можем так обойти. И он не приседает. И вот здесь он не бегает по этой локации. Только пешком ходит. Как будто это я, нахрен. Никуда не торопится, как будто у меня вся жизнь впереди. Не пойми, что. Что-то хрен пойми, чего тут. В голове... А, разлагающиеся мозги. Точно, они же мозги вывозят. Они же тогда говорили. Точно, это же голова гиганта. Я же забыл, где нахожусь. О, Хеллбой. Или это...
началось. Ух ты, кто попался? Куда прешь, звездный лорд? Двое из ларца одинаковых сияет. Что, вонючий, грязный земнюк здесь забыл, Россон? Прячется, небось, Галик? Да, земнюки всегда прячутся. Все же знают, земняки щуплые. Хе, и аппетитные. Ну, на любителя. А может, мы любители? Но награда слаще. Эй, парни, вы случаем не знаете, как пройти в контору Космо? Меня терзает явное чувство, что вы ищете кого-то родом с Земли. Я понял вас, понял. Земляне все на одно лицо. Не то, что вы, парни, вас ни за что не спутаешь. Ну, к делу давай, земнюк. Дело такое. Я помогу найти того, кто действительно вам нужен. Земнюки и правда на одно лицо. У этого земнюка слово на спине. Как в ориентировке. Что за слово у тебя на спине? Люблю забвение. Хм. А может быть, звездный лорд? Да неважно. Держи его! Так, так, так. Вау, вау, вау. Кровные братья. Нам сказали навалять земнюку, у которого куртка с буквами. Мало ли кто ходит в куртках. Да, но леди Хелл велела пристукнуть именно тебя. Так сдохни. Стой. Она его живым или мертвым? Так. Я понять не могу. Леди Хелл, я вам заплачу вдвое больше. Ну нет. Леди Хелл, шутки плохи. Трое. Трое больше. А он испугался. Подожди. Да какой нахрен? А, мы можем все обсудить? Нельзя обманывать, Леди Хелл. Да. Да я даже не пробиваю. Тебе мало, Земнюк. Я так понимаю, я должен проиграть, наверное. Ну давайте для приличия хотя бы немножко пробежаться. Вы бываете на контракте? Земнюк, болтун. Тебя конец. Так, или в какую-то точку должен привести. Ладно, ладно, ладно. Продержаться. Это, как его, тайм-аут. Продержался. Сердце разрывается. Парни, это очевидно. У нас равные силы. А, неравные. Равные. Мы абсолютно непобедимы. О, что ж, это не ась. Но мы ведь профессионалы, верно? Верно? Давайте договоримся. Что, получили людей? Это моя баба, да. Ага. Разведи их, а потом стреляй, Питер! Они следили за нами в самой посадке! Мы не хотели расстроить леди! Ненавижу, когда противники работают в команде! Растопчем Землюка! Похоже, ему пока не до обороны! Это наш шанс! Давай, 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 давай! Теперь ко мне! Они следили за нами с самой посадки! Давай, беги! Вам надо просто сдать. Я не понимаю, а как они... Ладно. Не давать им сближаться. Разведи их, а потом стреляй, Питер! Берегись, Питер! Вместе они сильнее! Вау! Я чувствовала, что что-то давай, не давай, так! Давай, давай, давай! А почему именно я им нужен? Вонючий, вертлявый! Тихо, тихо, тихо! Так вовремя! Нам достанется еще больше юнитов! Некуда держать! Да подожди. Все довольно умно подстроено. Зачем ум, если есть силища? Давай. Следим оба. О. Ты
Берегись, человек. Да тихо ты. Теперь у нас почти равный бой. Только если они рядом. Тогда они рядом, у них броня. Да я в шесть бета и без тебя понял, подожди, сосредотачивайся. Вау, на! Ну чё, пороже-то надавал. Так, надо было еще немножко продержаться, хорошо. Блин. Скучал? Жду подходящего момента. Так. Порви! Делаем бой на Гамор! Давай! Бери бой, бесчестье! Отбеги, Крас! Они готовятся! Слабее! Атакуем! Давай! Ему больно! Внимание! Я в своей подошве! Давай! Раз, добавляем! Это как раз то, что мне было нужно. Я разобью твою голову. Так. Что за... Питер! Это енот, по-любому. Что происходит? Это по-любому енот, только он, говнюк, может такое учинить. Я возьму эти пистолеты. Давай. Так, лапки. Это же улет. Фильм про зомби, захвативших землю. И про ребят, дающих им прикурить. Само собой, ты запомнил это. А спроси, я взял ли ты свой ланч, ты глазами хлопаешь. Я не нарвусь, мам. Я осторожен. Подожди-ка. Пока ты не ушел, есть разговор. Я кое-что тебе дам. Давай. $20. Ага, так мы это уже проходили. Считай это... Только что, подарка была? Запоздалый подарок от папы. Не помню. Не помню, потому что не видели, не показали. Сходи нам. Сходи за ним, а я уберу на кухне. Откроем вместе. Да, откроем это вместе. Да, только не послушался я. Давай. Шевелись. Эх, ты... Американский дом. Вот он, подарок. Кто однажды побывал, тот уже... Я это предвидела. Да. Слышал о праве по рождению. Ну да, есть такое. Это то, с чем ты живешь. Граф. Как имя? Король. Перед отлетом в космос отец... Ах, мам. Я знаю, звучит глупо, как бред, но теперь все иначе. И важнее всего сейчас, чтобы ты поверил мне. Я тебе, конечно, верю. Может, это убедит. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Ого! Чего? Не спеши, ковбой. Это твоего отца. Бластеры настоящие. Думаю, он нам оставил их для защиты. Но не исключено, что это пресс-папье. Да. Ну, раз ты поверил в то, кем он был, может быть, они и правда защищают. Защищают от кого? Твой папа был не просто с другой планеты, Питер. Он был влиятелен. Козёл он был. Но у влиятельных есть враги. Так. Что за враги? Не могу сказать. Его народ воевал, и он знал, что, оставшись с нами, приведет войну на землю. Ну что, у нас Супермен есть? Бэтмен. Кто там? Обменять счастье. Человек, стрела там. Безопасность людей. Железный твой человек. Халк. Улетел, чтобы уберечь нас. 13 лет было тихо.
но что-то надвигается. За нами наблюдают. Мам, а ты откуда если знаешь? Если не имется доиграть партию, так бы и сказала. Ой. Ой, дебил. Надеюсь, я ошибаюсь. Правда. Но быть королевским сыном на любой планете значит постоянно ходить с мишенью на спине. Ты отважный парень, но нужна и осторожность. Случится, может, всякое. Ну, всякое, да. Пойду собака лает. Кубрика. Я быстро. Сейчас я расхреначу полхатой вот этими бластерами. Жесть! Да. О, черт! Нет! Че ты? А ты не верил еще? Это кто, опустошители прилетели? Какие-то личинки усы? Нет, не опустошители. Так. Вау. Мам! Давай. Они выбрали именно этот день. Мам, давай. Это же не совпадение. Давай, 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 давай. Чё ты не можешь стрелять толком, что ли? Ой, у него... зубы. Сейчас отпустите ей руку. На раз, два. Мам? Мам? Нет, мам! Мама! Пробили тело ей. Мама, нет, нет! А по фильму она ей рак подселили. Нет. И она умирала там. И меня не так похитили. Значит, не по фильму это. Даже история, предыстория даже не по фильму. А ну, вы отвалите. Вау, куча щенков, ой, симпатяги. А какого... Эй, привет, дружок. Откуда ты взялся? Повезло вам, салаги. Мы почти вас ликвидировали. Ликвидировали. Он так и сказал. Фу, ни капли деликатесности. Деликатесности. А, черт. Всех бы вас поубивал. Не тебя, длинный язык. Гамора. Тебя, Эдди Хелл, ждет же не слишком живым. Вы не выполнили миссию. Позор. Это Трил. Эти посредственные головорезы утверждают, что Леди Хеллбендер наняла их убить нас. Эй, мы не посредники. Мы состоим в лиге. Ты сам сказал, что она будет нас преследовать. Я надеялся на чудище, а здесь эти. Мы бы вас поубивали. Ничего. Все впереди. Слышал, Питер Квилл? Не все потеряно. Да, супер, Дракс. Питер Квилл. Недолго нам сидеть в этих клетках. Во-во, да-да. Дружбаны нас спасут. Да. Да кому вы нужны, лошары? Чтобы мечтать о смерти. Молчите. Так, а кстати, я кое-что вспомнил. У нас же одно тело было в этом. Те, на камне там мы оставили, на астероиде. Я тут же забыл про него. Хорошо, что ты появилась. Было бы еще лучше, если бы ты меня не бросала. Я не бросала. Нам было так весело, и вдруг ты... Погоди, я что, был наживкой? Ха! Что ж, твой план сработал. И даже больше. Мы теперь в тюрьме. Тюрьма у нас в голове, Питер. А что, ты можешь выйти, что ли, отсюда на раз-два? Эй, это ошибка! Я не виновен! Космо, ты там? Космо! Так, ничего не вышло, да? У меня тут где собачки? Вытащить нас Эй, отсюда, леди Хэ. Космо! Мне очень нужно в туалет! Я есть Грут! Да! Не смейте его лапать!
О! Грут! А, мелкий гад, меня царапает! О, это еще не все, я тебя лохвидирую. Эй, ребят, не ожидал вас здесь увидеть. Выкуси, писклять. Писклять? Да, и хламажуй к тому же. Заткнись в камеру. Хламажуй. Да ладно, тебя обидел кто-то? Ты, и мы увольняемся. Я есть Грут. Нет, ты тоже, не разговаривай с ним. Ракета, друг, перестань, мы были в шоколаде. Вы с Грутом не просто охотники за головами. Фырк. Что ты сказал? Я сказал фырк. Так не говори фырк, а фыркай. О, так я и самовыражаюсь неправильно. Сказать еще, ты правда просто вуф. Я есть Грут. А что ты хотел услышать? Я ждал, что ты скажешь. Вуф. Ракета, друг. Вуф. Надо было вуф тебя, когда вуф шанс. Вуф есть Грут. А вот и не вуф. Ты не вуф, вуф, вуф. Что? Ты вуф надо мной. Я сколько раз говорил, я тебе вуф, не животное. Вуф, ты голова. Иди там вуф, вуф. Я есть Грут. Вуф, вуф. И чё? Так. Что за колдовство? А где мы? Вы по-прежнему на забвении. Космо! Здорово, приятель! А мы тут как раз... Космо, так это собака Космо, что ли? Страж Галактик скажет Космо, зачем они проникли в кору Континуума. Иначе Космо устроит им еще не такой психологический гулаг. Проникли в... Не корми Космо кошачьим кормом, Пётр Квилл. Ты заодно с кровным братом. Специально отвлек внимание, чтобы гадкий енот и разумное древо использовали кору. Возможно, в своих шкурных интересах. Космо также знает, что на корабле Стража Галактик стоит трекер Нова. Давай, заступиться за своих. Я уверен, это поправимое недоразумение. Так? Так. Мы сюда попали из-за событий на скале Нова. Страж Галактик был на скале Нова? Да. Чтобы найти Центуриона Карел и выплатить штраф. А что? Странные сообщения множатся в галактике. Как кролики весной. Космо послал много отрядов на разведку. Все сгинули. Теперь и скала Нова шлет тот же сигнал. Страж Галактик доложит Космо об увиденном. Бойцы Нова убивали друг друга. Я есть Грут. Они там все словно белины объелись. Да, или было обратились. Такое. Да, во время обряда со жрецом. Маги. Они говорили про обещания. Так точно, сэр. Братство птиц. Культ негативной зоны. Церковь вселенской. Стоп! Что случилось? Это они. И с ними старикашка. Его челнок накрылся на Надежде Халла. Великий объединитель Рейкер. Глава церкви вселенской истины. Так что это за дело? Старый культ. Весьма влиятельный во время Галактической войны. Сейчас полузабыт. Ты сказал, скала передает сигнал. А вдруг их религия каким-то... Нет. Церковь Вселенской Истины умерла с золотокожим богом. Давай мы сгоняем на Надежду, разведаем. Что? Из твоих отрядов никто не вернулся. С людьми стало быть напряженка. Мы хотим знать, что случилось, так же, как ты. Да ну. Да. Отправь нас на разведку. Пётр Квилл вечно кидает. Но не мяч у тебя. Мяч. Мяч. Все-таки собака собакой. Какой бы ты ни был там боссом главным. Что Страж Галактик просит взамен? Пустяк. Сними обвинение. Обратись в штаб-квартиру корпуса. Пусть аннулируют наш штраф, и мы летим. Это совсем не пустяк. Признайся, слюнявый. Без нас никак.
Нас? Пока что. Да. Или у тебя другие глупцы на примете? Да, два животных. В Советской России Космо не стал бы верить ушлым капиталистам. Но до Родины далеко. Зато Космо знает о силе залога. Корабль стражи останется на забвении. Что? Только не наш корабль. Мой. И как найти надежду Халы? Гадкий енот знает. Идем, время не ждет. Ух, енот знает. Ну, он того же ты знаешь, но он не делится информацией. А это, кстати, очень главная информация. Так куда мы направляемся? Решает много. Первое поселение из прежних времен. До того, как Тиландрук явилась. А первое поселение шахтеров не исчезло? Нет. Заброшено. В основном. И строго засекречено. Фыр. Вот оно. Тут тоже же мозги должны были быть. Интересно, а вот если мозги великана этого жрать, ты будешь таким же умным? Как и этот великан, в чьей голове все это происходит. В чьей голове. Ну, тоже аллегория. Так это сюда ты вломился? Приложив немало усилий. Стоп. Так. Это кора континуума? Лучший способ попасть на корабль корпуса, пока тот не исчез. Ты нашел Карел? Где она? Корабль находится в системе Элидра на орбите планеты Мусора. Контраксий? Космо не удивлен, что гадкому еноту нравятся мусорные планеты. В уборных там можно найти ценную информацию. Вся планета теперь транслирует тот же сигнал, что и скала. Космо не понимает, почему и зачем. Все эти бары, игровые залы и бордели. Может, это не так и плохо. Космо вынужден... Не волнуйся, Космо. Мы разберемся с этим сигналом. Или погибнем. Да не дрейфь. Я с тобой. Я есть Грут. Спасибо, Грут. Тебе я верю. Много кто знает об этом месте? Что-то за... Немало. Треугольник такой. Что за разлом? Не рекламируем, но ученые разные прилетают. Знает Анос об этом месте. Мертвый король титанов нас больше не волнует. Я удивлен, что грызун смог обойти твои системы безопасности. Так что это? Еще один лифт? Я есть. Сами поймут. Попрошу отойти, Страж Галактик. Ого! Что за величественное колдовство? Да вообще, как будто не видели гигантской руки из другого измерения. Прошу на ладонь. А если проблемы? Как вернуться? По паспорту. Он свяжется с Космо и, если проблемы, вернет Стража Галактик обратно. Я иду. Лучше уж ты, чем этот капитан отважный. Пора. Расследуйте, что с кораблем корпуса. Доложите с помощью паспорта. И ты скажешь миросознанию, чтоб не было штрафа? Космо да. Постарается. Удачи, Страж Галактик. На огромные ладони. Тут есть ремни безопасности. Хоть теперь тебя не вырвет. А вот куда нас... Это... Колдовство? Это головокружительно. Через время пространства... Мы в космосе. В нечто. Где-то между космосом, между измерениями, между временем, даже между реальностями. В каком смысле между? С этой штуковиной мы можем попасть куда и когда угодно. Да. Даже в несуществующие места. Типа... Прямо дух захватывает. Нет. Собака умеет управлять этой штукой. Что за название? Мстители. Так и должно быть. Должно? Не знаю. Это еще цветочки. Откуда мне знать? Брат Беннатар и Джоан Джет, храните нас. Что за богов ты поминаешь? Богинь. Дракс? Смеюсь не я. Это дурное предзнаменование. Мы все умрем. Да никто не умрет. Я тебя найду. Или это другая реальность. Такая... Да, тут все нереально. Все не так. Точно другая реальность. И вот сюда нас сейчас выкинут. Смотрите, человек-паук! Стоп. Опа. Это Земля?
мама? Скорее, твоя подружка уже здесь. Заходи, Джейни. Питер да. Сейчас будет. Серьезно? Джейни? Человек-паук разъебил в то время, когда он Надежда был маленький. Наверное. Держись, не должно было быть. Прибываем. Хала, сохрани. Ну, понеслась. Так. О, не может быть. Вы в порядке? Разве похоже? Я постараюсь включить гравитацию. Ну, супер. Только значит, где? Так всегда и зависнет. Ракета, подскажи, что мне искать? Дракс, скажи звездному подхвосту, что для создания искусственной гравитации используются внешние магистрали питания. Дверь говорит найти магистраль питания. Так, это что такое? А как она выглядит? Так, у меня тут две магистрали. Скажи ему, чтобы он их включил. Спасибо, Грот. Это что такое? Здесь произошло что-то ужасное. Так, это у нас... И как ты догадался? По отсутствию силы притяжения или по разгрому? И то, и другое улики. Это что? Взаимодействие, электрическое соединение. Так. Понятно. Я говорил о странном сообщении, но ничего не слышно. Может, оно на частоте, которую только собаки слышат? Нет. А как мне... Так, так, так. Не помогает. Гамора, пусть он проверит отсек питания. Тут пусто. Так пусть найдет батарею. А куда? Ты услышал? Ну вот, тут тоже пусто. Так, надо батареи ловить. Вот эти, наверное. Ракета, а что вы с Грутом делали в Коре? Возвращались сюда. Так. Нет, разряженный нет. Аккумулятор. Опять ищем заряженный. Объясните ему, что он ищет. Питер Квилл, ты должен найти... Батарею, чтобы мы могли врубить гравитацию. Вон она должна быть. Вот это нам и нужно. Так. Ну так бери ее. Ладно, ребята. Я вас быстро поставлю на ноги. Давай, давай. Так, нашел батарею. Наконец. Эй, я вообще-то стараюсь. А мы все висим тут. Ну, нормально, повиси. Давай. Не-не-не-не-не. Долго тебя ждать? Да, мы не можем продолжить расследование, пока вы здесь. Кто еще считает, что ракетные ботинки должны быть у ракеты? Ну давай. Ставим. Так, я установил аккумулятор, но ничего не происходит. Серьезно? Ладно, скажу ему. Слушай меня, Кополюб, что ты там видишь? А, тут синий провод и два разъема, желтый и красный. И зеленая штука. Не трожь зеленую! Вот орать тут на меня не надо! Ладно, ладно. Что за зеленая штука? Воткни провод в любой из разъемов. Нам ведь нужен только импульс. Ну да тыкай. Прям в любой? Да без разницы, выбери... А, была не была. На, в нижний. Вот черт! Ты тронул зеленую штуку, говори! Отрапляю, Квилл! Ну... Нет. Ответить за что-нибудь! Ай-яй-яй-яй, что так? Держись! Что-то новое. Способность новая. Не успел. Не успел, наверное, способность применить. Ладно, еще разок. Я ж откуда знал, что там новое что-то выйдет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как глупо получилось.
нелепо, я бы даже сказал. Так. Продолжаем. Так, давай, Е нажимаем. Держите! Давай. Что? Так, мы удержались. Жди. Жди. Почти готово. На. Это электрический ток. Гравитация не восстановлена. Тебя же просили, Квилл. Я сделал все как. Вот так. Восстановилась. На что еще способны его пушки? Я бы сказал, да он мне их не дает. Я впечатлен. Откуда я знаю? Ты такое умеешь? Я сам в шоке. Его оружие становится все смертоноснее. Уже так. Второй раз улучшаются. Третий. Если это третий, то когда был первый? Когда меня похитили, и мама умерла. На. Может связаться с Хоффман? Рассказать, что мы выяснили? Ага. Кодовое слово? Понятненько. Ладно. Грут хочет, чтобы мы договорились о кодовом слове. Неплохая мысль, на случай, если нас возьмут в плен. Как насчет Квилл Дебил? Слишком привлекает внимание. Фраза должна быть употребима в речи. О-о-о, кодовое слово верхом на звездах. Так. И будем звонить Космо, когда разберемся, что здесь это происходит. Это чё? И предлагаю всем употреблять повествование электрической опасности. Чтобы помечать информацию, ценную для расследования. Да. Как скажешь. Так. В отчет для пса. Что-то заставило экипаж покинуть корабль. Может, они уволились? Не всем свойственно сбегать при первой же проблеме. Это намек? Так. Нормально. Интересно, много народу спаслось? Не очень. Объясни свою оценку. Живые посылают аварийные сигналы. А пес сказал все тихо. Так, хорошо, туда я не могу. Так, а что я могу собрать здесь? Неужто ничего нету? Для меня, для такого славного парня. А кто были те красные дуболомы? Кровные братья, пара дебилов. Леди Хеллбендер их прислала. Она так. На нас злится. Гнев королевы чудовищ безграничен. Это чё, доступно так, решётка в полу? Не знаю, но у меня теперь пара зубов шатается. Так. Бьёсь об заклад. Этот кобель знал, что нас тут ждёт. Уговаривать его не пришлось. Дракс, давай. Мне нужно, чтобы ты потопал. Окей, если это приведёт нас к улике. Так, что у меня тут есть? Ага, вот так. Ну, это, я как понимаю, временный эффект. Вы так. Это тоже почувствовали? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, посмотрим. Расскажи мне о своем задании, Грызун. Зачем? Я ищу общие темы для разговора. В мозгу у тебя сила притяжения не включилась. Ай-яй-яй. Ну ладно, пойдем. Пока ничего не происходит. Что же это такое? Возможно, это ключ ко всему нашему расследованию. Вы это почувствовали? Сюда. Ага. Так же было, когда включал силу притяжения. И сам он, конечно же, ни при чем. Не, да нет, конечно. Тут все прям как на скале. Вот именно. Последняя отчаянная попытка так. Удержать оборону. Не успел в реплику влезть. Так, я знаю только то, что нам было сказано, и мы покидаем
карантинную зону, хотя должны были остаться там еще на несколько оборотов. Сначала казалось, что это хорошие новости. Можем увольнительную... Может, увольнительную дали? Или еще что? Не знаю, что случилось после этого, но люди стали меняться. Сначала было похоже на вирус. Может, из-за него мы и ушли из зоны. Но потом стало хуже, нас стали обращать. Мы попытались связаться с новым Ксардосом, но миросознание не ответило, а потом ребята стали убивать друг друга. Некоторые из нас добрались до спасательных капсул, но там их уже поджидали убийцы, либо шли прямо по пятам. Они были повсюду. Кое-кому удалось уйти. Но я остаюсь, пытаюсь выиграть им время. Я слышу, как они говорят на каком-то матриархе. Наверное, я смогу спрятаться, но не думаю, что долго протяну. Все болит, я просто хочу, чтобы боль прекратилась. Все следы выстрелов от стандартных винтовок корпуса. В отчет для пса. Стороны используют одно вооружение. И что это значит? Что в корпусе нова опять грызня. Это косвенные улики. Так. Нужно продолжить расследование. Или просто убраться с этой посудины. Ладно, проберемся в каюту Карел. Скажите-ка Квиллу! Да хватит уже. Мы можем общаться нормально. Ладно. Ты готов к тому, что твоя подружка не выжила? Теперь ты уже просто злобствуешь. Да. Здесь только резервное питание. В отчет для пса. В отсеках корабля отсутствует питание. Что мы упустили? Отчет для Давайте пса. Давайте сначала. Нас арестовала твоя подружка. Как и великого объединителя Рейса. Сможем открыть? Его корабль взорвался. Не с этого ли все и началось? Я знал, что пригодится. Откуда у тебя их ключ? Ники дала, чтоб мама не отняла. Давай продадим. За такой 1000-2 дадут. Продадим. Подожди, продадим. Давайте-ка прокачаем лучше. Я не хочу ваши реплики перебивать, потому что иной раз... На что спорим, что тут уже некому нас казнить? Так. Дополнительное здоровье, запас здоровья увеличивается. Я что-то понять не могу. Так. Дополнительное здоровье. Ищейка компонентов. Так, идеальное уклонение. Вы ненадолго замедляете время, если уклоняетесь в последний момент. Так. Давай вот это вот. Вдруг леди Хеллбендер послала огромное чудище. Ну и пока все, ну пока да. Мы ничего больше не можем. Знать, что мы здесь? Говорят, у королевы чудовищ глаза по всей галактике. Получилось. Пойдемте. Пойдемте. Нет? Не получается. Так, ладно. Что там у Квилла с этой девчонкой, которая кадет? Не знаю. Что-то надеюсь. Только тут ее не трогайте пока. У Ники по всему кораблю были секретные ходы. Она могла оставить тайное послание. Ты к ней неравнодушен. Ну, наверное. В смысле, у нас с ней много общего. Она мне напоминает меня, знаешь. Я не знаю. Неважно. Я хочу убедиться, что с ней и Карел все в порядке. Подожди. Найдут они что-нибудь? Например, как включить питание. Или а зачем мне сюда? Разобраться. Дело дрянь. Так, ладно. Здесь что-то должно быть. Я что-то нашел. Я вот за этим сюда шел. Обалдеть. Досье Дракса? Надо ему показать. Так, это что? Так, найдем так. Служебные туннели обыскивать? Можете обсудить это. Это не будет. Лучше, чем что-нибудь пропустить. Это место выглядит небезопасно. Хорошо. О, нет. Только не... Ты знал этого рабочего, Питер Квилл? Нет. И ты рад? Так и есть. Вмять, ну что вы там встали? Идемте уже. Может, подожди. Кто-то напал на корабль? Не, не похоже на ударную волну. Я как-то не туда пошел, что ли, или что?
Так, ладно. Давайте-ка еще раз пройдем-то туда. Что не так? Нет, не туда. Стой, 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 стой. Читаю. Полагаю, что вам следует знать, что ваша дочь продолжает пропускать как минимум половину своих тренировок, а когда она все же появляется, то неизменно опаздывает. Она продолжает заимствовать снаряжение, к которому не должна иметь доступа, и при этом часто его не возвращает. Также мы поймали ее в запрещенных отсеках, где она донимала вышестоящих членов корпуса нового Центурион. Комет недавно поймал ее на патрульном судне карантинной зоны. Я хотел, чтобы вы поняли. Она остается исключительным новобранцем. Она почти безупречно сдает все экзамены и отлично знает программу. Именно поэтому я ее и терплю. Эксцентричные выходки. Тем не менее, я нахожусь в затруднительном положении. Мои коллеги начинают считать, что я спускаю ей столько много с рук только потому, что она ваша дочь. Я не хочу исключать ее, но и не могу продолжать покрывать ее действия. Надеюсь, вы поймете и сумеете до нее достучаться. Неплохо, неплохо, да, кстати. Слушаться надо. Так. Ага. Так. Еще разок. Была бы дыра, мы бы уже погибли. Так, понятно. Вот с этой пойдем. Нет. Пойдем. Прыгай. Так. Это мы вот здесь взяли ее. Да. А там, видимо, видели остаточный след. Так. Сюда, сюда. Чего хорошего, то, что я вот нашел труп. Пойдем. Вы меня все ждете. Нужно выяснить, что это такое. Нужно. Кто бы спорил. Давай. Протискивайся, выдохни. Есть, есть, нет, для прокачки. Давайте. Меня на прокачку надо. Интересно, разорвалась ли связь корабля с миросознанием? Отыщем какую-нибудь консоль, вот могу проверить. Вот так. Нет. Лампочка. Знать бы, как тут все устроено. Мы бы поняли, где все началось. Ты знаешь, где мы, Гамора? Нет. Мне экскурсии по кораблю не устраивали. Тогда доверять тебе было неразумно. Ты опять? Я лишь поддерживаю решение корпуса Нова не доверять тебе. Давай. Чем больше мы ругаемся, тем больше упускаем. Блестящая речь. В рекламе подсмотрел. Уж какая я есть. К тому, что у нас проблемы, и нам нужно работать сообща. Ладно, пойдем. Так, хорошо, нам туда. Ну я сюда спущусь. Подсчет вот она. Пса. Странный грохот на корабле продолжается. А как насчет вести заметки мысленно? Я так и делаю. Он не... А, забудь. Понятно. Это я. Кто-то мы тут во тьмах блуждаем. О-хо-хо! Какая красота! Чай флиртовать. Это должно быть вверх тормашками. Ну, только если тебе нужно направить всю энергию в потолок. Бессмыслица. Наверняка есть причина, и плохая. Проверь консоль. Так. Она поможет перевернуть ядро. Или... Это у нас... Отперевернуть.
Доступно импульсные... Манипуляторы не выдвинуты, и консоль заблокирована. Сможем вытащить их? Перевернем ядро. Ха, они не выдвигаются, поскольку нет питания. Но их можно прикурить. Как? Найди их аккумулятор. Пора. Понятно. Начинается. Таинственной маске Питера Квилла указать нам путь. Тоже мне таинственная. Я же сам ее запрограммировал. Не сюда. Не-а. Двери заняты. Ну давай. Квилл, кончай дурака валять. Эта штука без манипуляторов как без рук. Блин. Ну вот. Тоже. Вот как сюда попал? Ага, подождите, панель. Так, обшивка. Так, Гамора. Там должно быть еще оборудование. Гамора, не подсадишь? Разумеется. Давай. Так. Сюда залезли. Там точно что-то есть. Сработало, да. Знаешь, так, это первая рука. Вышли бы неплохие рабочие инструменты. Неплохо. Теперь выпустим второй. Опа. А здесь что-нибудь есть для меня? Ха-ха, упал в жерло вулкана. Ну ладно, так, первую я направил. Пойдем, Гамора. Так, ты мне так, нужна. Гамора, теперь займемся вторым. Ладно. И как, что за оружие, которое ты так втыкаешь в космическую броню так? Работала! Спускайся к нам! Спускаюсь. Опа. Итак, посмотрим, что можно. Да чтоб меня. Так, нажмите 2, чтобы выбрать электрический выстрел. Так, электрический выстрел рикошетит между находящимися поблизости друг от друга врагами. Пораженные электрическим выстрелом противники оказываются на короткое время выведены из строя. Парни, у нас гости. Ага, снова эти зараженные уроды. О, я надеялся тут кого-нибудь найти, но не в таком виде. Давай. Теперь мы знаем, кто перевернул ядро. Но зачем? Давай. Встретим их грудью. Давай сюда твои бомбы. Да. Просто предпозиты, груд. Да. Готовь всех к смерти! Тихо, смотри, я что придумал. Это не тот корпус снова, который я здесь искал! Все равно, я скучал по битве. Ой, по мне кто-то стреляет или что? Да. Они нивелируют нашу успешность. Ну уж нет! Получай! Еще один полоумный солдат корпуса погиб! Ну-ка! Тебя не остановить! Ты знаешь, бомбами. Что делать, ракета! Кому-то выдали новые пушки! Вот, вот так! Теперь мы говорим на одном языке! А вы заметили, что когда мы перенаправили ядро, грохот прекратился? Нужно найти способ туда забраться и выяснить, почему. Ракета, так. Что говорит консоль? Так, кнопку нажмешь ты. Ладно. Наверх забраться. Давай я заберусь. А подождите, тут эти штуки ушли. Так, не расслабляемся. У Квилла талант нажимать не на те кнопки и перерезать не те провода. Просто нажми на кнопку, Квилл. Просто нажми на кнопку. Какую кнопку-то? Мне же туда надо. Ветроголовый? Ну-ну. Почему нет? Они берут рекрутов из любых дружески настроенных миров. Обойдутся. Грут последний в своем роде и слишком умен, чтобы к ним записаться. Ну давай. Нажмем кнопку. Сюрприз! Что получилось? Это что-то подъемник. Можно на ней подняться.
Видать, крутые реактивные костюмы местным рядовым не полагались. Так, а вот что мне качать следующее? Так, оглушающая волна. Что такое? Ого. Так. Судорожная граната. Так. Урона нет, восстановление долгое. А у тебя восстановление маленький, урон. У тебя что, круши, колоти. Ой, урон. Вот тебя прокачаем. Так, могучая хватка. А, схватил, не отпускаешь. А у меня разрядить барабаны. Ох, хрен с ним. Глаз урагана. Ну, глаз урагана еще как-то можно будет посмотреть. А хотя, посмотрите, здесь урон-то. Ну, правда, на одного. Или нет? Ну, без оглушения. Ладно. Да вообще, мы потом обсудим. Никто не уважает инженеров в наше время. Хотите эффективное техобслуживание? Эй! Нет. Топоры! Они нам мешают. Снова эти уродцы! Эти подхвосты от перья перевернули ядро! Да. Надо перья от перья перевернуть его обратно. Сначала покончим с ними. Резкий поворот. Блин, это кто меня так выстегнул? На раз-два. Ладно. Зайдем с другого боку. Всю мощь на них. Надо их как-то по толпе бить. Помассивней. Пере, пере. Вот он и пере, пере. Так что толку от надежды Халы? Кроме кучи непричастных. Топоры, давай. Они нам мешают. Давай, сейчас мы этого отправим. Снова эти уродцы. Эти подхвосты от перья перевернули ядро. Надо перья от перья перевернуть так. Его обратно. Сначала покончим с ними. Вовремя. Подрывай, ракета. Гамора. На. Убийца выбила из строя оборудование этого гиганта. Да, давай, 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 давай. Нет, это не полицейский, это психи. И еще разок. Кстати, бомб, мне тут развернуться негде. Тут стало как-то тесновато. Избавимся. Давай. Ним. Получилось? Блин. Мне тут не помешают помощь. Это электрический гад. Так, не-не-не-не. Харквилл, напусти меня на этих глупцов! Ну-ка, давай, Кэллот! Ракета! Подрывай! Спасибо, Питер! За этим я... Вот да! Бам! Возможности уклоняйся от электрических зарядов! Отлично! Это я знаю! Рут, твой выход! Между нами пробежала искра! Да! И повторим еще разок! Пришли, чтобы защитить его. Да. Мы не позволим им снова его перевернуть. Да. Разберитесь с ними, пока не подошли другие. Да. Ладно, давайте снимать стопоры и поехали дальше. Стопор снимаем. Я могу их просто вырвать. Не получится, крепыш. Но зато у нас теперь аппаратное под рукой. Так. А куда кажись, надо? Я смогу убрать стопоры отсюда. Хорошо. Нас не остановить стопоры. А, надо зайти. Фу ты! Хитрые сволочи! Переставили цепи питания. Стопоры не снять. Мне надоели эти стопоры. Придется восстановить питание, переподключив все цепи по одной. Вот, я открою дверь. Включай визор, на нем видна проводка. Давай, какую дверь? Вот это мне и нужен. Давай, ну, блин. Вот, еще подождите, терминал. Нет. Ничего. Может, убийца Нова знает, как управлять машинами. У нее есть опыт.
Так, просмотрим информацию. Модульная рабочая станция. Ты должен видеть на стенах проводку. Ищи маршрутизаторы под напряжением. Ищу светящиеся маршрутизаторы. Так, как найдешь, подай на них заряд, чтобы переключить направление тока. Пальнуть в них электричеством? Ну да. Тебе так. Нужны здоровые светящиеся провода. И их стопором в центре. Не, вот сюда, в эту дверь. Так. Мы сделай подали. Сделай бы быстрее, если бы сканирование могли заняться все. Легко. Есть лишние цернадиумные гексерешетчатые как мне? Сделаю тебе такой же. Есть, Грут. Грут, можешь корнями поднять меня вместе с этой платформой? Ну знаешь, корнелифт такой. Я есть, Грут. Давай. Грут хочет попробовать корнелифт. Грут, ну давай, давай поиграем в лифт. Я есть Грут. Только что-то... Прямо туда. Все. Блин, вот так это работает. Я есть Грут. Неплохо. Грут любит помогать. Да, он такой. Так. Ну что, получилось? Пока нет. Переключи еще несколько. Так, теперь мне надо. Похоже, стена здесь не крепкая. Дракс, мне нужно проделать давай тут дыру. Я займусь этим. Господи, из какого говна они строят все это? Ну так что, как думаете, замутят тут снова силикон? Что? Руками-то выносят. Она не леди. Она не способна для такого опуститься. Мой опыт говорит другое. Давай, давай, беги. Ой. А как? Я туда не могу пройти? Ладно. Смотрим. И почему Космо не послал разбираться с этой задачей с Дуболом? Все просто. Теперь вижу, ты сделал половину. Займись остальными. Ну это я уже понял, что половина. У меня начинает получаться. Скоро я смогу занять твое место. Да, да, сейчас. А я с удовольствием займу твое. Ты так часто забираешься на его место. Я этого не слышал. Так. Я есть Грут. Грут, прав. Может, позвоним Космо, скажем, что попытаемся... Сюда передвинули. Мы же не виноваты, что тут все заперто. Мы выполним наше задание. Звучит, конечно, классно, но мы обычно их проваливаем. Это куда? Здесь заперто. Можешь открыть? Нет. Можешь запитать. Не отсюда, но что-нибудь придумаю. Ладно. Грут, нужна твоя помощь. Корнелифт. Я есть Грут. Вот как-то... Корнелифт, блин, тут придумали же тоже. Знаете, обычно путешествующие через измерения заставляют проходить через карантин и адаптацию. Так. Стоит беспокоиться. Обращайте внимание на тревожные симптомы. Маразм, паранойя. Агрессия. Ой. Ты сейчас описала нас. А как понять, да, это, что, кстати, все у нас. Маразм, паранойя, агрессия. Ну, на четвереньках ты не хочешь. Лучше вот так в раскорячку идти. Так, я смогу перенаправить питание, чтобы выбраться отсюда. Классный вот, нашел. Долго искал. Ну, нашел. О, да. Ну, кто умнее корпуса Нова? Так, а куда мне там надо? Ага. Так. Опаньки. Так, здесь куда? Вот сюда. Похоже, у тебя все получилось. Теперь иди в аппаратную и жми отключить стопор. А я пока переверну ядро, чтобы мы могли ехать дальше. Переверну. Так, ну сходи, переверни. Талант нажимать не на те кнопки и перерезать не те провода.
лохматый грызун намекает на то, что ты приносишь неудачу. Но учитывая, что он мне указывает, что нажать и перерезать... Харек, Питер Квилл намекает на то, что это ты причина всех наших бед. Ай, шевелись, Квилл! Так, не понимаю. Ты уже всех достал своими комментариями. Так. Квилл, по-моему, ты сам все портишь. Мне... Сюда надо. Так. Нет. Получилось. Интересно, если бы я оттуда стрелял. Ну, есть идеи, на что им столько энергии? О, здрасте. Вам не кажется, что пора идти? А? Все, я подожди, я выхожу. Не сердись, Гамора. На. Дверь открыта, и питание пошло. Еще немного, и сойдешь за помощника инженера. Класс. Так. Так, мне куда? Мне сюда? Мне куда надо-то? Вроде пока. Ладно, давай запустим, посмотрим. Стопоры растопорены. Молодца! Как кнопку тут не могли. Тебя не свалили. И насколько вас хватит без главного нажимальщика кнопок? Вот и я про то же. Мы знаем, что здесь есть зараженные. Значит, наверху с большой вероятностью творится что-то плохое, так? Наверное, им нужен источник питания, и мы их разозлили. Скорее бы разобраться, что тут такое. И вернуться к космосу за наградой. Вот и наша остановка. Смотри, какой крутой. Эти двери заперты. Только, найди другой выход. Не понял. Так, есть вариант. Грут, напустишь туда отростков, чтобы ее открыть. Подними вверх. Он отказался. Дракс, вдарь по панели, к которой провода ведут. Отойдите. Да, тебе вообще только лишь бы ломать. Ну, смотрим. Вау, как что за досочка? Приезжай в Калифорнию. Отдохнем, развлечемся. Что это? Ничего. Нет, это. Опять перевернули ядро? Что-то снова заряжается. Супер! Мы застряли в вентиляционной шахте. Молодец, да, Квилл. Чувак, ты раздражен. Ты уж прости. Прощаю. Правда? Так вот просто. Вот сюда. Если ты не в курсе, просящий прощения Квилл сейчас не самое важное из происходящего. А что важно? Ну-ка, расскажи-ка мне, что важно сейчас тебе? Вау, как Рот красиво! Что эти вмятские габуны делают с контракцией? Ракета, что это за хрень? Я без понятия! Она что-то выкачивает! Это связано с теми кубами? Я не знаю! Надо глянуть поближе! Подождите! Мы уже бывали в этом ангаре! Я так понимаю... Эй! А помните странную церемонию, которую что-то Шлюк проводил на скале? Его красные облачения отпечатались в моей памяти. Минутку, ну-ка подожди, с последнюю контрольную точку что-то глюкнуло просто. Ни хрена себе, текстуры упали, пропали, своровали текстуры. Вот сейчас последние контрольные точки. Продолжим. А то куда идти? По открытому космосу, если там не видно ни хрена. Сейчас. Рот, о! Мне хвост. Прошли. Это какой-то турбоускоритель, который что-то высасывает, выкачивает энергию не то с планеты, не то солнца. Заряжается. Сорвался корабль церковника.
будто тут все изменилось. Из-за гигантской машины. Уверяю тебя, Питер Крил, именно здесь вы с девочкой чуть не разбились насмерть. Так. Ну-ка, ракета, что ты мне скажешь? Что это? Они используют этот путь, чтобы зарядить что-то типа аккумулятора. Стандартные галактические порты, регелианские сепараторы, катоды ГРИ. Отдельные слова я даже понял. Впервые в жизни такое вижу. Я есть Грут. У меня все приборы зашкаливают, но что это за энергия, понять не могу. Понятненько. Ты не можешь понять. Ну и давай, твое мнение тоже важно. Карел бы никогда не позволила сделать такое со своим кораблем. То есть она эвакуировалась? Не знаю. Может, забаррикадировалась в своей каюте. Вот, выкачивай что-то. Мы не уйдем, пока не выясним, что здесь произошло. Что это может быть? Всем интересно. Какой-то куб какие-то, что-то энергию составляют, списывают, потом заливают. Пальчок для пса. Устройство высасывает энергию из контракции. Не забудь про энергокубы. Пальчок для пса. Энергия накапливается в необычных кубах. Так. Ну-ка, давай. Нам нужно глянуть на ту гигантскую лучи хрень. Переправишь нас? Я есть груз. Так, и что ты как мне ее определишь? Повествование, блок питания, аккумуляторный модуль. Отчет для пса! Нужно уничтожить эту штуку! Мы даже не знаем, что это! Отчет для пса. Да может, так мы наверняка разнесем весь корабль! И себя тоже! Да, может быть, и себя даже тоже. Так, туда это не делается. Хорошо, сюда тоже. У нас остается один путь. Вау! Не подставляйтесь под луч. Дельный совет. Так. Каждый галактик говорит Гусман. У линии указывает на то, Гусман. Что надежда Карла ключ к тому, что происходит в галактике. Что там шумит? Мы сейчас готовим исчерпывающий отчет. Да к хвосту твой отчет. Передай, что его рука нас чуть не угробила. С кораблем что-то не так. Очень громкое что-то. А точнее? Так. Весь корпус снова спятил. Был бой, но трупов нигде не видно. А, и здесь гигантская лучевая пушка. Страж отыскал Центуриона, Карел? Пока нет. Страж должен ее найти. Может, она ответит на вопрос. Так, перехватчик Нова. Мне бы его... Мне бы туда залезть. Думаешь, это тебе громко? А каково им на планете? Народ на контракте ужасный, но они такого не заслужили! Ой-ой-ой! Так. Ну давай. У вас много таких? Женщина, здесь пригодится твой опыт сражений с центурионами. Рассредоточиться! Отпадаем! У всех есть мыслимое место. Выстрелы отлично управляются. Как вам это? Да. Мой выход, ракета! Расскажите нам, что вы делаете с контракцией. Комплименты, давай, без давай. Результат. Куда? Шустрый какой! Давай! Вижу! Вали его, когла! Клинок тебе в горло! Хорошо, что она за нас! Конечно, хорошо! Стреляйте в диски у них на груди! Давай! Чтобы просто разозлить их или как? Нет! Да подожди! Получилось! Мы тут ищем Карел! Вы ее видели? На этот раз болтовня не поможет, Квилл! Мой выход, Гамора! Будет больно, но быстро! Что дальше, Питер? Это не все, на стена! И внизу тоже! Давай! Стройте, как скала! Вау! Гамора! Давай! Это же цель! Захреначи! Твой выход, Драйв! Я убью тебя!
О, нет, серьезно? Так. Центурион? Я так надеялась, что центурионы спаслись от этой угрозы. Ветки в руки, друг! Этот летун уворачивается от моих выстрелов! Вот так. Последние слова. Подожди, нет, не нужно. Цельсить в грудь! Что удачного момента! Давай, вот он момент твой. А ну-ка, ты! Так. Нужно найти делай подходящую это, тактику. На. Вот обычно рыбы помогают. Ай-яй-яй-яй. Ужайтесь! Слишком быстрый для бога. Подожди. Покажи им драк! Кровь, иди! Выруби его. Надеюсь, они отключены от мира сознания. Да. Пусть приблизится, я пробую твоего клинка. Так. Да дальше, ты! Давай, это что такое? Эта мразь явно ждет меня! Да. Мерзкая ножка! Никак не попаду! Это я еноту оставил. Пожалуйста, давай, бей! Давай, труби! Бежит! Вы не видели, кадета гол? Вот такого да. роста! На этот раз болтовня не поможет, Квилл! Давай, подбей его! Да! Хрена чё? Мы остановим их! Твоя настойчивость достойна уважения! Да! Да не то! По морде ему, по морде! Разберусь! Кажется, мне началось всё именно на этом корабле. Найдем Карел, она нам все расскажет. Так. Есть идеи, где... Подождите, я себя прокачаю. Давай. Не, да, не енота. Себя. Все, разрядить пушки. Так, звездный лорд совершает серию быстрых... Так. А как она делается-то? Обзорная точка. Ну ладно. Начнем с ее каюты. Я даже знаю, так. где она. Ты знаешь, как нам выбраться? Нет. Да, благодаря Драксу. Выйдем через дыру, куда мы с Ники свалились, когда взорвался корабль Рейкера. А знаешь, ты так и не объяснил, зачем тогда вслед за ней прыгнул. Затем, что просто должен был. Поспешим. О. Могут прибыть новые фанатики. Вот это что такое мы зажгли? Я не знаю. За теми движущимися аккумуляторами. Нам надо их остановить. Давайте осмотримся. Давай. Был бы у нас Милана, я утащил бы себе один из этих аккумуляторов. Так. А, что-то не так. Почему? А что не так-то? Ракета, есть мысли, зачем им столько аккумуляторов? В отчет для пса. Грохот продолжается. Бедная контракция. Покажи, что можешь, ракета. Что? Они нет, постарались на славу. Давай. Отмечаю, что они выполнили огромную работу в сжатые сроки. Ракета, куда ведет вентиляция? Лишь бы подальше отсюда. Нужно приготовиться на случай, если зверь попробует уничтожить машину. Сейчас, подожди, ракета там что-нибудь сделает. Я все сделал. Да, спасибо. Имей в виду, эту штуку может расклинить. Нам нужно как-то пройти. Получилось. Так, взаимодействие. Дракс, подтащи эту штуку поближе. Полагаю, у тебя есть план. Давай. В этом ангаре столько энергии, что мои волосы электризуются. А, я понял, что ты задумал, Питер Квилл. Можно поднять аккумулятор крана. Так. А, точно, это я и задумал. Вау, сейчас хватит. И вырвет, правильно? Все по моей задумке. Впечатляющий, Питер Квилл. Надеюсь, он от этого не взорвется. Предлагаю тут не задерживаться. Нихрена себе, такой блок вырвали. Вперед. Туннель на той стороне. Хорошо, что больше никто не появился. А кого тебе еще надо? А, нельзя мало? Было отключить эту штуку из реакторной.
Нет смысла... Объединитель обнаружил вторжение. Вперед! Мы разберемся. Ее волю. Живо! Их слишком много. Прыгайте в дыру. Все же не понимаю, зачем ты прыгнул за девчонкой? В десятке твоих самых тупых поступков. Ты видел, как он за тебя волновался. Эй, без него она бы нас тут сгноила. Я боялся, что нас засадят на подольше, если он погибнет. Это было так мило. Ну, так бы я и было. Я вас ненавижу. Давай, так, Грут. Кажется, я знаю, где мы. Надо только попасть в тоннели на той стороне. Подожди. Блин. Ну, почти попал. Давай, 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 давай. Есть. Не укрылась. Ни хрена себе. Сколько я взял? 200. У кого нет идей, что именно этот пылесос-переросток делает с контракцией? Есть. Все мрачные. Вот где нету вот такой штуки, вот туда и... Давай, 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 взял. Так, ладно. Больше такой штуки пока нигде не было. Да я туда, где не попадешь, еще не перепрыгнешь. Я почти уверен, нам сюда. Почти уверен? В прошлый раз тут все было в огне. Хочешь, могу да. устроить? Нет, ракета, нет. Так. Это разве не кусок корабля-объединителя? Объединителя. Да пофиг. Они упоминали, что Рейкера арестовали по той же причине, что и нас. И совсем по той. Опять. Он что-то искал так. В карантинной зоне. Ну и в чем разница? Ники говорила, он ловил богов на свалке. Что за божество обитает в карантинной зоне? Такое, которое... В отчет для пса. Мы заблудились. Нет, мы не заблудились. Не заблудились. В этом лифте мы были с Карел и Ники. Если повезет, это как раз они и спускаются. Нам хоть когда-нибудь везло? Пожалуйста, они! Это было не слишком вероятно. Я знаю одно. Этот лифт у меня уже впечен. Так, подождите. На! А все уже знают, что Питер Крилл отец девушки. Вау! Я подозревала! Объяснять, почему он так воодушевлен этим заданием. Давай, давай, давай. Подсчет для пса. Просто бедный контракт. Этот коп совсем спят. А как еще вбить в них здравый смысл? Получи ее. И давай. Где там? Раненых нет? Фаталити. Да. Ты теперь всегда будешь в папашу играть. Все в порядке, мы можем за себя постоять. Я знаю, просто... Мы их найдем. Спокойно. Значит, каюта Карел где-то наверху? Ну да, надо туда подняться. Так, ладно. Можно в любую идти, да? Может, спросить кого-нибудь нет. Дорогу? Я лишь Крут. Эй, я способен попросить о помоги мне закончить с идиотским заданием. Вот, видишь? Так, значит, мне по-любому сначала сюда. Зато чем дольше мы их не находим, тем дольше можно притворяться, что они так. в порядке. Снова этот газ. Да-да, он тормозит. А ты думал, у него эмоциональная зрелость, как у двухлетки. Это ты о Питере Квилле? О ком еще? Чтоб вы знали... Что тут еще осталось? Я супер эмоционально зрел. Я тут думал... Есть, возьму я сейчас. Я осознаю, что готов скорее сунуться в комнату со смертоносным газом, чем принять ответственность за дочь. Неправда, ой. Хватит психоанализа. Я здесь общаюсь за другим. Нет тут ничего для отчета. Как вы меня забодали? Нет, не идет. Я думал, может, хоть шагать начнет. Вперед, в каюту Карел. Я тут подумала. Ники отлично разбирается в электронике, кораблях.
легко пролезает. Давай, Квилл, признай, ты ведь психуешь. Нелегко, наверное, оказаться папашей раздолбаем. Некоторым требуются годы, чтобы осознать масштаб ответственности. И все равно я остаюсь тем, кто я есть. Я держусь огурцом. Огурцом. Ну, каждую пятницу я в говно. Огурцы, жуткие трусишки. Блин, не в ту сторону побежал. Огурцом. Так, дело дрянь. Здесь было сражение. Да, я на это и реагирую. И я по-своему. Мне это не нравится, Питер. Да, тут была. Я не могу пройти что-то. Кто не победил, мы не знаем. Я думаю, что знаю. Квилл, где находится эта каюта? Она где-то здесь. Пойди найди что-нибудь в этом бардаке. Блин. В момент сомнений иди на смрад смерти. Это я где? Перевозчик этот. Курьер. Автоматически. А что здесь такого есть? Почему сюда в дверь привела меня? Так, отсканировали. Не церемонься с этим, Дракс. Давай. Без проблем. Он просто появился из ниоткуда. И... Не церемонься. Побольше бы у вас. Раз 8 хотя бы, как минимум. Так, пойдем. Блин, блинский. Плохо, что все так, конечно, обходится. Так, а как мне туда? Не получается. О, блин, можно было обойти. Так. Ну пока нормально. Побольше все равно надо. Хотелось бы больше. Ну, кстати, разряди барабаны. Тоже неплохо. Смотрите, сыграло. Свою роль она хорошо отыграла. Есть тут кто? Карел! Ники! Никого. Точно никого. Может, прячется. Тут всегда были странные надписи на стенах. Да. Попробуй взломать ее компьютер. Может, смогу стереть досье на себя. Ракета! Шутка! Звук. Я посмотрю бортовой журнал, чтобы узнать, что произошло. Ладно. А мы пока осмотримся. Может, найдем какие зацепки. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы увидимся в следующем видео. Пока!